смотрела я вчера новости. Вечером, оказывается, на Камчатке началось извержение вулкана. Он настолько серьезный вулкан. Все покрылось вулканической пылью. Все серое, черно-серое. Снег весь закрыт. Выбросы невероятнейшие. Такого не было никогда. В 1800 там каком-то году он извергался. И несколько лет не было лета. И как бы это же российские, говорят, что вероятно в этом году лета не будет.